Привет, милашки! Вы на канале Cuten Channel. Если вы еще не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, милости просим. Сегодня наконец-то настал тот день, когда я буду убираться в своем шкафу. Там у меня уже такой беспорядок, что мне просто невозможно найти какую-то вещь. Я хочу, чтобы вы сегодня сделали уборку со мной. Я покажу вам, как я все организовываю и вообще, как я убираю в своем шкафу. Шкаф у меня выше меня роста, моя девочка не маленькая. И поэтому нужно все организовать так, чтобы те полки, которые находятся сверху, они были максимально забиты вещами, но которые не используются, чтобы за ними постоянно не дотягиваться. Я вам предварительно сейчас в таком ракурсе покажу, что у меня здесь. Вот предварительно в таком беспорядке находятся все мои вещи, как видите. Я сейчас покажу вам поближе, не переживайте, вы сейчас все это увидите. И как я, в общем, в двух словах убираю. Все скопом выбрасываю на кровать, затем сортирую по цветам, по тому, куда какая вещь идет, на выход, на работу, дома. И потом уже начинаю формировать полки, убираю теплую одежду выше, которая по тоньше оставляю внизу, чтобы до нее было легко дотягиваться. Ну, в общем, в таком порядке будем сегодня работать. Верхняя полка у меня сейчас забита всяким хламом для съемки видео, поэтому там тоже нужно будет прибраться и что-то положить, чтобы она все-таки была нормально в использовании. Здесь планировалось хранить все мои свитера, но тут опять что попало у меня уже творится. Здесь у меня вообще полка нижнего белья, но как видите, тоже все уже как попало лежит. Здесь полочка тоже нижнего белья, носков. Ну, и внизу хранятся мои сумки. Чуть лучше обстоят дела со средней полкой, где на штанга. Сверху у меня находится постельное белье, которое я тоже буду перекладывать. Здесь тоже хочу немножко перевесить все. Внизу висят джинсы, тоже мне очень не нравится. Я, скорее всего, буду хранить на полках, а тремпельки буду использовать для свитеров, потому что свитера очень мнутся, а потом их неудобно использовать в ежедневном обиходе. Ну, давайте все достанем и переберем. Чтобы организовать свое нижнее белье и носочки, я заказала с Алиэкспресс вот такие вот разделители. Они идут на присосках по бокам, и можно серединку вот эту разделительную убирать, просто ставить в шкаф квадрат и туда просто складывать вещи. У меня их два, и в один я складываю нижнее белье, во второй носочки. Очень удобная вещь, особенно если у вас мало места в шкафу. Так, часть вещей я уже распределила. В итоге, как я вообще их сортирую? Сначала раскладываю отдельно шорты, юбки, лосины, джинсы, кофты, кофточки, майки и футболки. А затем каждую кучку сортирую, куда какую, то есть на выход, на то, чтобы одевать под одежду, на танцы, на спорт. И параллельно, если нужно, что-то откладываю для того, чтобы избавиться от этой вещи. То есть идет такая вот плотная сортировка. Вот я разложила все вот эти кучки. Это пока только часть вещей. Еще много на тремпелях висит. Вот самая большая кучка — это свитера всякие. Но тут половина зимних, их тоже нужно будет уже убрать в шкаф.
И получается, что часть еще вещей у меня находится в стирке. И теперь каждую кучку буду более подробно разбирать, думать, нужно или не нужно, выкидывать или оставлять. Пришло время снять все с тремпелей и посортировать. На тремпелях у меня в основном висят вещи, которые требуют больше места, так сказать, в вертикальном положении. Но мне кажется, что вот, например, у меня есть на тремпеле джинсы. Их можно положить просто на полку красиво. И тремпель использовать, например, для любой кофточки другой, чтобы она не мялась. У меня это происходит очень часто. Поэтому тремпель я тоже сейчас пересмотрю и пересортирую всю одежду. В итоге у меня выходит, что у меня целый тремпель с пиджаками, с рубашками. Отдельный тремпель у меня для концертного костюма, который очень длинный, его очень сложно гладить, поэтому я его всегда вешаю, чтобы он хотя бы немножко не мялся. Видите, здесь такая длинная юбка, красивый очень костюм. Отдельно для платьев тремпель. Я платье очень редко ношу, поэтому они мне все складируются там. Летние блузы под низом и джинсы. Только что обнаружила, что у меня одна единственная сумка хранится правильно. Вот такая сумочка. Это подарок был на мой день рождения прошлогодний с помпоном. Она очень клевая. Ее единственную я вот так сохранила на тремпельке. В итоге у меня вышел один тремпель с весенней верхней одеждой. Один тремпель с пиджаками. Рубашки. Платье, юбки и летняя верхняя одежда, которая отправляется на второй ярус, там, где висят короткие вещи. Then you have magic.
Вот такая кучка одежды вышла в итоге на Wittgenstein. Тут вещи, которые я не носила или которые уже изношенные. Обязательно покажу вам видео, что я выкидываю, потому что там много интересных вещичек. Перевязала все поясом, который тоже уже пришел в негодность. Вот что получилось после моей уборки. Сверху я положила вещи, которые я не использую. Это теплые. Еще сзади там у меня летняя одежда, и спереди вот это все танцевальное, так как танцев пока у нас не будет из-за карантина, я все на верхнюю полку убрала, потом, если что, можно будет это все поменять местами. На этой полке все вещи, которые я сейчас буду носить, это мои свитера, кофты, кофты, которые я поддеваю, если холодно, и домашняя одежда. Это у меня нижнее белье пижамы, здесь у меня тоже нижнее белье, здесь носочки в таких органайзерах, очень удобных. Тут купальники, парео летние. Здесь у меня полка ютуба, всякие фоны, все, что нужно для съемки. Индис остался пустым, но он пустовать не будет, туда обязательно что-то пойдет. Средним отделением осталось 3 тремпеля основных. Это Саша одежда. Джинсы я сложила все сюда, так мне кажется прикольней, удобней. И видно, какие джинсы есть. И внизу у меня летняя одежда, платье, юбки. И сумки наконец-то нормально у меня будут храниться. Похвалите меня за это. Я наконец-то дала им место для того, чтобы они у меня не испортились. Все, уборка закончена. Несмотря на то, что на это потратила весь день, теперь в шкафу у меня чистота и порядок. Ненужные вещи отсортированы, о них я сниму вам небольшое видео. А мой шкаф чистенький и свеженький. Пишите, какие лайфхаки у вас есть по поводу хранения своей одежды в шкафу. А я пошла отдыхать.